Если тебе стукнуло 50, не стоит смеяться над стариком с палочкой. А если ты родился женщиной, не стоит все время проводить на кухне, ведь можно и порубиться в клетке. Приветствую вас, прекрасные капельки, стекающие по бокалу пива. С вами Федорович, а в этом видео я вам покажу ужасные нокауты из женского ММА, которые даже для мужиков будут страшными. Мужики, прежде чем приглашать девушку на свидание, обязательно узнайте, не является ли она бойцом, чтобы потом, когда она узнает о вашей жене, вам не пришлось придумывать сказку про 10 гопников, которые вас избили. Кто ближе к костру, тот первый согреется, а в ближнем бою может сгореть любой. Все зависит от того, кто первый четко попадет. Все, что нам достается даром, лучше брать деньгами. Конечно, кроме ударов, которые принимать вообще не стоит. Особенно, когда у твоей соперницы удар жестче, чем у любого гопника на районе. Запомни, если девушка подарила тебе ключ от сердца, сильно не радуйся, ведь завтра она может сменить замок. А когда девушка отправляет соперницу в нокаут, она может радоваться больше, чем золотому кольцу от любовника. Лучше говорить с умным, чем драться с дураком. Но бывает всякое, и два умных могут подраться, а две красавицы рубиться насмерть. Já soltou-lhe um cartão de visitas, que foi o cartão de visitas. Самая большая фантазия всегда скрывается под самой короткой юбкой, а самый жестокий удар всегда спрятан под простым, прямо как этот хай-кик после лоу-кика. Что может быть ужаснее нокаута? Только нокаут на первых секундах. Из-за него теряют не только сознание, но и честь, мотивацию и рассудок. Рыбы стремятся в чистое озеро, а люди на шаровую работу. Но только не бойцы, ибо их труд тяжелый, опасный и недолгий. Особенно у женщин, которые очень часто проводят всего один бой. Иногда одна встреча может изменить всю жизнь, как и один удар. Особенно, когда он сделан четко в голову ногой. Каждая лягушка мечтает взобраться на вишню, а каждый соловей мечтает побывать под водой. Но мало кто мечтает получить по пузу жесткий удар, даже от прекрасной дамы, хотя есть и такие. No sé si cae justo en el hígado o justo en el plexo solar, donde cae, pero le hace daño definitivamente en dos ocasiones esta definitiva por parte de la malvada Gómez.
Лучше всех за своими фигурами следят шахматистки, а вот бойчихи следят за ударами. Но это не спасает их от пропущенных навстречу локтей. That was brutal. Let's take a look at this replay there. Супермена можно уважать только за то, что он научил весь мир своему божественному удару, который довольно успешно используют даже супервуменши, отправляя соперниц в жесточайший нокаут. Beautiful shot. It was absolutely sweet left hand. She's so happy. Superman. It was a straight left. Встреча с новым и неизвестным – это всегда восторг и волнение. А вот если это встреча с встречным ударом, это всегда боль и неизвестность. Когда прекрасная дама выглядит мощнее, чем большинство мужиков, всем стоит задуматься, что с этим миром не так. А когда она же рубит сильнее, чем мужик-боец, стоит выпить и заплакать, сидя в одиночестве на кухне. Иногда все идет так хорошо, только мимо. Но это бы было неплохо, если бы это были удары. А вот они-то как раз и залетают в цель, заставляя задуматься о правильности своего выбора. Красивая женщина – это рай для глаз, ад для ума и чистилище для карманов. Потому такие красавицы и забивают друг друга в ринге, чтобы убрать конкуренцию. Ведь мужиков с карманами осталось немного. Кристиана Станко, как болт из лайтни с неба, просто бросила Марлин Окс, как сак потатос. Лучше не было да появилось, чем было да исчезло. Особенно здоровье, которое в клетке точно не заработаешь. Но каждый, кто туда идет, понимает, чем это грозит. Мы часто видим продуманные нокауты у мужиков, но проявление бойцовского IQ у женщин особенно интересно. Прямо как у этой мадам, которая четко спланировала бэкфист. Прекрасный пол – это дубовый паркет. Ведь тяжело назвать прекрасным человека, который может отбить тебе голову ногой, даже если это стройная женщина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько раз вас отправляли в нокаут женщины за прегрешение. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в $1 по ссылке в описании или возле кнопки «Подписаться», обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита! Нога рудеет, раз-два! Переваливайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба.
Вот так.